35-е место в мире по производству капусты занимает Левашинский район. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхозпрода. По данным ведомства, в Дагестане ежегодно производится порядка 700 тысяч тонн капусты, из них 400 тысяч собирают на полях Левашинского района. Во многом такой показатель связывают со значительно возросшими размерами субсидий на развитие овощеводства. Направление активно стимулируется. Если раньше субсидии на производство овощных культур составляли 10 тысяч рублей, то сегодня они доведены до 25 тысяч. И по данным Минсельхозпрода региона будут еще увеличиваться.